бегает, бегает по магазинам. Девушки Sunlight о новых коллекциях. Это с бриллиантами? О, ты такая экономная. Самое главное, это символ. Детские серьги. Я захожу в лифт, у меня большой букет цветов для мамы. Крестница 10 лет. Купила детские серьги. Захожу с пакетиком Sunlight. Маленький лифт. Стоит женщина в возрасте и женщина средних лет. Захожу, так пытаюсь пройти, с ней, о, девушка, вы на день рождения, что ли? Я говорю, да, уступите место. Она говорит, ну да, проходите. Ой, у вас пакетик Sunlight. Вот какой вы правильный выбор сделали, что вы решили подарок купить в Sunlight. Вот мы постоянно на все дни рождения, праздники идем только в Sunlight. Ведь там можно подобрать все что угодно. Я, говорит, купила себе, женщина в возрасте, такие, говорит, классные серьги с бриллиантами. Оказалось, что это ее дочка. Она говорит, мам, а я себе после того, когда мы тебе эти серьги купили, я пошла и уговорила своего мужа на кольцо. А вы, девушка, что вы везете, мне говорят. Я говорю, я купила детские серьги своей крестнице. Слушайте, вы правильно сделаете. И вы вот себе там тоже покупайте. Вот классный магазин, подарки на всю жизнь. Я еду, молчу, не говорю даже о том, что я работаю в этой компании. Я говорю, ну все, тогда до свидания. Говорит, хорошего вам днем рождения, правильный выбор. И я вышла из лифта, и у меня такая благодать на душе. Я думаю, вот это самая лучшая награда, когда вот так люди со стороны, не зная того, что ты работаешь в этой компании, вот так восхищаются. Я еще